Ребятки, доброе утро. Мы сегодня очень рано проснулись, в 6, раньше, чем обычно. И Сенька у нас уже ушел на дневной сон, хотя время 9:38, он уже минут 20 спит. А это куда? Да, мы поставили с детьми пирог. Сейчас Сёму уложили, я перекусила. Ой, Сеню уложили, я перекусила. И сейчас с Сёмой собираем новые пазлы. Бабушка купила вот такой пазл и вот этот. Вот этот мы уже собирали. Такой вот. Вместе сидим, собираем. Куда? Ну, надо поискать. Я где-то носик, кстати, видела. Смотри, носик от пандочки. Будем сейчас развлекаться. У нас приехал Сережа. Уже на самом деле практически целый день прошел. Время 6. Скоро уже пойдем детей укладывать. Привез мне цветочки. Сёмке он привез вот такой вот автобус. Он такой, ну как привез, он прилетел, съездил в магазин, все это купил и приехал. А Сеньке ничего не привез. А, ты что тут делаешь? Сень тут кусает мячик, Сережа развлекается с Семой, а я сейчас по чуть-чуть прибираюсь, вот как раз таки стол прибрала, все с него убрала, вытерла, помыла хорошо, потому что Семой меня постоянно отвлекает, и я особо не успевала этого делать, ну и не напрягала себя. Поэтому у нас все захламлено, все с пазлами, все совсем, и сейчас убираю потихонечку, все постепенно. И сейчас буду переходить на кухню, там тоже бардак с Арсюшками вместе, потом уже поужинает Арсений. Все, не знаю, будет, не будет, он только что 2 йогурта съел, может быть, не захочет. А я успела сбегать на Валберес, забрала подарки, мы пойдем на день рождения, нас позвали друзья к ребенку на 3 годика. Забыла подарки, положила в кладовку, чтобы Сёма не увидел, не захотел. Но я ему купила. Да, купила одну интересную штуку. Держи, Сенечка. Давай посмотрим. Посмотрим, что мы Сёме купили. Ты что, тоже творожок у меня ел? А, вот такую штучку, наборчик. А, динозавры. На Валберисе заказала. А, я в подарок купила такую и Сёме тоже, потому что мне кажется, Сёме понравится игра, но она ему понравилась. Он уже поиграл, на нее прям хорошо так подзалип. Значит, тут в комплекте идет вот такая книжечка с динозавриками. Какие можно собрать, какие идеи есть, да? И по уровню сложности. Дальше идут вот такие вот карточки. Арсюш, не вставай на меня. Вот такие вот карточки с... Эй, нет! Он кусает вот этот мячик, а он такой... Из какой-то фигни, которую он хорошо прокусывает. А, тут всякие разные карточки, типа как на, украшения на спину, вот такие вот головы всякие. И мы уже с Сёмой пособирали. Например, берете там 2 карточки, у вас получается вот такой динозаврик, ставите 3-ю карточку, и получается уже вот такой динозаврик. Короче, интересная игра, и Сёма прям подзалип, минут 10 он разных динозавриков тут собирал. Вот. И я, получается, выбрала в подарок такой же, потому что там ребенок любит все, что связано с динозаврами. Ну и плюс, хорошо, мне кажется, время провести можно. Плюс заказала пазлы, потому что вроде как они их тоже собирают. Но и мы сложим в конвертик деньги, положим и все. И вот так вот пойдем. Думаю, что нормально. Надо пакетик только еще найти. Точнее, купить. Потому что у нас нет пакетиков красивых, подарочных. Нужно будет зайти. Вот сейчас я сбегала, пока возле Валберес там у нас был магазин. Но там ничего подходящего не нашлось. Ой, ребятки, опять у нас проходит день. У нас сегодня выходной, воскресенье, поэтому все очень расслабленно. Тем более все дома наконец-таки. И мальчики вот сейчас сидят в комнате, закрылись. Сеньку ко мне отправили, потому что он им там мешает. Да, Арсюшка уже поспал свой первый сон. Мы все пообедали, и сейчас мы думаем выйти на улицу. У нас только что очень сильный дождь прошел, но вроде облака стали посветлее, тучки грозовые ушли, и вроде как нормально. Сейчас еще минут 10, и, наверное, пойдем собираться, прогуляемся, сходим в магазин за продуктами, ну и потом домой обратно. Я потихонечку дом разгребаю, хотя, конечно, еще долго... Ой, у меня рот синий. Я просто сейчас ела голубику, которую нам отправили. Да, мама поела и... Теперь буду синяя. У меня пальцы вчера так долго отмывались от нее. А сейчас еще и зубы, и губы. Но зато очень вкусно, натуральненько. И что хотела сказать вообще? Я еще когда Сеньку уложила, он, конечно, поспал не очень, как всегда. Он сейчас плохо спит.
Ты на диван залазишь, что ли? Ну, залазь. Я за 40 минут, даже не за 40, а 20 я его укладывала, переложила, потом успела чуть-чуть пошить. Что? Рыба-собака. Рыба-собака? Да. Ничего себе, это что-то новенькое. Да. Круто. А, вот, пошила. Проект у меня один небольшой, бантики делаю снова. Не знаю, что из этого получится, но думаю, получится. Хочу сделать, посмотреть, может быть, получится продать их. Сеня, все, он забыл закрыть дверь, и Сеня пополз. Ой, на улице-то прям солнечно стало. Дождик прошел, прям очень-очень солнечно. Так что сейчас разгребу кухню. Можно будет выйти. Вообще мы сегодня хотели с девочками встретиться, но что-то пошло не так. Они вроде заняты сегодня. Ну, сначала вроде были все свободны, а потом планы. Ну, в общем, у каждого семья своя, и это сложно. Может быть, еще к вечеру соберутся. Это тоже не знаю, пойду я вечером или нет, потому что Семка уснет пораньше сегодня. Завтра в садик. Сенька плохо спит. Не знаю, посмотрим, подумаем. Ладно. Пойдем собираться на прогулочку. Вышли на прогулку. Что-то сегодня непонятная погода. Солнышко выглянет, жарко. Спрячется, прохладно. А то все, мы с Сережей сейчас. Сема у нас не одевает кофту. Не можем уже ставить. Ну ладно, замерзнет, сам попросит. Арсюшка радуется. Арсюш, тебе нравится? Тебе нравится качаться? Ай, как весело! Ай, как весело! А я тут пытаюсь разглядеть зубы у него новые. Что-то пока их не вижу. Да, но они там лезут, все никак не вылезут. Мы сходили за покупками, у нас там полная коляска продуктов. Сейчас ждем Сережу. Мальчики здесь играют. Я не пускаю, потому что мокрый песок. Он Сема играет. Мы отправили Сережу за чебуреками. Он сейчас придет. Мы пойдем домой кушать чебуреки. Сенечка, ты падаешь.